Ежегодно в городе проходит конкурс «Семья года». Участники соревнуются за почетное звание «Многодетная», «Приемная», «Спортивная», «Творческая семья» и «Семейная династия». Итоги будут подведены в конце мая. Познакомимся с участниками этого года. У Алексея Чирова и Светланы Орловой многодетность наследственная. В нескольких поколениях в семьях не было меньше 3 детей. Собственная семья должна быть еще больше – 2 сына и 3 дочери. У нас есть определенное распределение обязанностей. Папа у нас добытчик. Папа у нас зарабатывает деньги. Мама организатор различных мероприятий. У нас есть волшебная помощница бабушка, да, любимая. Светлана работает в общественной организации «Колыбели» в воскресной школе. Алексей служит на северном аэродроме. Старшей дочери Марине 18, она студентка. 11-летний Леша учится в Суворовском училище. 9-летняя Аня – помощница в школе и отличница. Правая рука мамы – 6-летняя Любава. Маленькому сыну Алексея и Светланы Сереже год и 8 месяцев. Он всеобщий любимец и баловень. Это просто огромный труд, потому что, ну, во-первых, вкладывать в воспитание, в образование, чтобы получилось, ну, что-то действительно стоящее. Это, ну, действительно стоит больших усилий, и вот это непонимание, когда дети кричат, бывает то, что мы веселимся, а и маму не слышим. Ну, так, не слушаемся. Но это, конечно, это надо вот терпение большое. Светлана рассказывает, дети должны расти в любви и дружбе. Ее педагогическая манера основана на православных традициях. Папа в семье авторитет, и его слово не обсуждается. Немножко стараемся приучать просто к самостоятельности, наверное. А остальное уже приходит у них со временем, само собой. Я думаю, должно быть все в меру, и наказание, и поощрение. По-другому как-то не получится. Вечерами обязательные совместные ужины, по выходным прогулки в парке и пикники на природе. Заводить ли еще детей – решение коллегиальное. Спрашивать нужно у всех, рассказывает Светлана. Я хочу младшую сестренку, потому что я хочу за ней ухаживать. А как бы ты ее назвала? Я бы ее назвала Яна. Всей своей дружной семьей, а еще кошка, собака, хомяк, черепашка и рыбки живут в съемной двухкомнатной квартире. И не унывают, ежедневно радуются, что есть друг у друга. Семья, рассказывают Алексей и Светлана, это счастье. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.